Так это вас по этим замечаниям именно Куликов что ли там заставляет? Не то чтобы Куликов заставляет, Кулик прочухал, что я с некоторых вещей имею бабки. И он прочухал эту хуйню. И стал типа, как он мне сказал, Ваня, вот если ты договаривался, я лицо ты административное. А вот если ты будешь договариваться, лицо тут в уголовном. Я говорю, ну раньше как бы, ну по-простому, 2-3 рубля договаривались, все. А теперь, когда он это прочухивает, вот включая 24 последний раз было, как бы вроде нахуй договорились с Виктором, который бывший включить. Теперь за. Им договорились на 3 рубля. Все, приезжаю, а я попаю ворота на канал, на сценарии одного второго сета. Ворота шип, уложил их. И мне как бы говорят, типа, что это. Вроде все заебись. И потом говорят, что вроде почадинство. Вроде как не виноват. Я думаю, ладно, виноваты, виноваты. Нет, свою жопу тоже надо продавать. Есть план какой-то? Чем больше я напишу, получше. Но какой-нибудь не нет. Нет? Нет, то есть если ни одного не написал, то ничего страшного. Если я напишу, то Гулик понял, что я с этого порой имею деньги. И все, и он теперь вкурился. По БЧ-11 последний раз было замечательно. Как бы так договорились, даже не пообщались, в Ч24, 5. Вроде как бы все нормально, договорились, с утра, говорит, Виктор звонит, Ваня говорит, можно, говорит, договориться, я говорю, пусть можно. Ну как бы на 3 рубля поговорили, все, ну мне помощник по рублю, и тут, ну 3 рубля, все устраивает. Я в депо приезжаю, меня вызывают на разбор по поводу ворот, которых я снес. Могу даже показать. А Кулик мне при всех такой заявляет. Блин, слушай, мне, говорит, тут в 5 утра, говорит, звонила, говорит, инженер ПЧ, говорит, 24, говорит, спрашивал твой номер. Я ей ответить не знаю, что. Вроде как бы договорились нормально, 3 рубля, теперь пришлось на 5 рублей договариваться. Ну, вчера 5 рублей вперед. Хотя можно было, ну, на 2 рубля договорились,